Всем большой привет! Сегодня будем делать небольшую струбцинку. Быстрая струбцинка будет. Чисто для мелочевки. Так, в общем, всем приятного просмотра. Погнали! Швеллер на 100. Сейчас отрежу 40 мм. Чуть-чуть зачищу и дальше продолжим. Отрезал кусок швеллера 40 миллиметров. Так, получается, надо было швеллер, конечно, с ровными полками, потому что здесь, допустим, 6 миллиметров, а здесь 9 миллиметров. Кривой. Если с ровными полками есть, лучше с ровными делать. Сюда придется небольшой пятачок просто наварить и все. Сейчас просверлю отверстие на 12, приварю гайку на 12. Приварил гаечку на 12, отрезал шпильку на 12, 110 миллиметров. Теперь из-за того, что здесь криво, считаю, что ровно зажималось, вот такой кусок железки был. Сейчас я его просто сюда приварю под ровным углом, под прямым. И все. Потом поставлю это. Здесь делаю пятачок, здесь просверлю отверстие и сделаю вороток. Приварил пластинку под прямым углом. Теперь с 20-го кругляка надо 10 миллиметров отрежу под шайбу. Нарежу резьбу на 4, здесь просверлю и закручу винт. Здесь просверлю отверстие, с гвоздика сделаю вороточек небольшой. Просверлил отверстие на 4, здесь потай на 7. Теперь вставляется винтик на 4. И все. Все. Теперь можно собрать. Здесь простой гвоздик взял. Здесь нарезал резьбу на 4. Струбцинка готова. А, еще надо сюда пруток приварить. 10 или 12 квадратик. 10 приварю сейчас, чтобы жестче было. Стенка не очень толстая. Теперь полностью струбцинка готова. Приварил квадрат 10. Все, осталось покрасить. Смазать резьбу. Высохла струбцинка, сейчас соберем.
винтик можно поставить на клей, чтобы не откручивался. Ну, или фиксатор резьбы какой-нибудь. Все. Вот такая струбцинка. Просто маленькая, чисто для мелочевки струбцинка. Быстрая. В общем, кому понравилось, палец вверх. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, в группах ВКонтакте, Мастер Руслик, Рутуб и Яндекс.Дзен. В общем, до новых встреч. Пока-пока.